Представляем вашему вниманию обзор планшетного ПК украинского производства Impression Impact 0313. Планшет поставляется в симпатичной коробке в фирменных зелено-фиолетовых цветах, на которой указаны основные технические характеристики, расписано расположение портов и основные преимущества планшетного ПК, контактные данные производителя. В комплект поставки входит следующее: гарантийный талон и вкладыш со списком сервисных центров по всей Украине. Сам планшетный ПК, адаптер питания, инструкция по эксплуатации на двух языках, русском и украинском, кабель microUSB, USB OTG для подключения периферии к планшетному ПК. Аудиогарнитура с разъемом 3,5 мм. И интерфейсный кабель для подключения к ПК USB, microUSB. Диагональ экрана составляет 7 дюймов. Соотношение сторон 16 на 10. Ширина планшета 185 мм, высота 115 мм, толщина 9 мм. Вес 295 грамм, то есть планшет весьма легкий. На фронтальной панели находится фронтальная камера с разрешением 0,3 мегапикселя. Задняя панель выполнена из серебристого металла. На ней находится задняя камера разрешением 2 мегапикселя и динамик. На нижней грани находится разъем для карточки формата microSD. Поддерживаются карточки объемом до 32 гигабайт. На верхней грани находится кнопка включения питания и клавиши регулировки громкости. На правой панели находится разъем microUSB, mini-HDMI, отверстие RZ, разъем для подключения адаптера питания, разъем для подключения наушников и микрофон. Экран планшета выполнен по технологии IPS и имеет разрешение 1280 на 800. Углы обзора большие и позволяют комфортно работать из любого положения. Яркость экрана находится на приличном уровне. Автоматическая регулировка отсутствует. Емкостной сенсорный слой поддерживает до 5 одновременных нажатий. Планшет работает на 4-ядерном процессоре Allwinner Box Chip A31, ядро ARM Cortex A7 до 1,2 ГГц. Графический ускоритель PowerWare SGX544 MP2. Оперативной памяти в планшете 1 ГБ, встроенной флеш-памяти 8 ГБ, пользователю доступно порядка 5 ГБ. В тесте Antutu Benchmark планшет набирает 12119 баллов. В планшете установлена батарея на 3000 мАч. Время работы будет зависеть от интенсивности работы на планшете и использования беспроводными модулями. Планшет оборудован акселерометром и модулем Wi-Fi стандарта BGN. Кроме стандартных приложений Android, в планшете предустановлены программы для чтения электронных книг, тестировщик, файловый менеджер, ICQ, Skype, игра Fruit Slice, а также приложение ImViewer, с помощью которого можно скачивать книги из магазина ImStore для зарегистрированных владельцев планшета ImPad. Impression Impact – планшет украинского производителя, оснащенный отличной 7-дюймовой IPS-матрицей, производительным 4-ядерным процессором, гигабайтом оперативной памяти. В руках ощущается монолитно. Планшет обладает привлекательным дизайном и малым весом.